продолжается наша киноэпопея по улучшению, значит, музея. Делаем... Иди ты в жопу. Делаем его территорию. Работы, хватит покладить. Облагораживаем вот это работы, воевода, который пытается всех, всех натянуть и насадить. Значит, вырубили здесь целый лес. И будем сейчас всю эту территорию очищать, убирать. Это будет у нас такой, сказать, мишенный дворик. Вот, где будут стоять мишени, где мы будем стрелять из лука, метать топоры и копья. Ладно, в принципе, все остальное я покажу в дальнейшем, как это все будет происходить. А сейчас продолжаем дальше работать. Здорово, народ, с вами снова Макс, и я вернулся. Давно не снимал ролики. Сегодня, в принципе, ничего такого сверхъестественного я не буду показывать. Мы строим площадку для стрельбы, и пока я буду бубнить, мы все это будем делать. Буду бубнить на заднем фоне и, в принципе, освещу некоторые моменты. Меня не было давно. По поводу того, что я пропал, в принципе, месяца на 3 или на 4 точно выпал из обоймы, надо было. Сейчас все-таки собрался с мыслями, буду восстанавливаться. Первая моя причина – это я получил травму пальца. Пострадал у меня палец, значит, сильно рванул я его, на ушиемку поставил новый круг, затянула перчатку и пострадал палец, когда делал заказ. Потом, после этого, я отправился в отпуск с семьей на отдых. В итоге отдохнули хорошо. Приехали, вроде как бы тут собирался что-то опять начать. Но опять до этого руки не дошли. Камеры забарахлили, одна сломалась, вообще вышла из строя. Вторая вот опять живет, но живет своей жизнью, может в любой момент отключиться. Очень получается плохо снимать ролики. У меня и куча осталось материала, которые надо доделывать, доснимать, показывать, выкладывать народу. Но вот сейчас буду монтировать по ходу того, что у меня осталось из старого пока запасов. Ну и новые запасы копятся тоже. Я их тоже буду освещать. Немножечко недоделок у меня осталось. Надо доделать шлем-норманку, показать до конца. Тут еще навалилось то, что мы проводили сами фестиваль на Семнаху, на эпоху 17 века. Я, значит, буду мотаться между несколькими мастерскими, показывать, то есть, как, что, где происходит. Большую часть теперь я буду находиться в мастерской при музее, буду освещать именно там проекты какие-то новые, там, как говорится, серии будут по музею выходить уже, я их буду освещать, что мы сделали. И в мастерской воевода нашего Сереги, там я буду освещать больше уже по шлемам, может быть, по каким-то еще вещам, потому что в дальнейшем предвидится строительство возле музея нашего кузни, и уже будут новые проекты в дальнейшем. И все это надо будет показывать и освещать. И сейчас, как бы, я свою мастерскую немножечко подзабросил. Скорее всего, я буду там делать, наводить порядок, уже восстанавливать все. Но больше буду находиться уже в мастерской при музее. В принципе, пока вот мы строим площадку для стрельбы, тир, рассказывать особо нечего. Старые записи пока буду реализовывать. Ну а так, смотрите нас дальше. Ну, всем спасибо и пока. Так, короче, вот Серег последнее дорубает. В принципе, здесь все уже очищено. Сейчас будем еще вот этот все, весь этот трипер разгребать. Тут хватает, короче, говна. Вот, целая куча. Ну, еще сзади меня тоже масса всего. Ладно, я буду включусь, когда уже какой-то процесс пойдет. Было сделано, сейчас я хочу показать. Вырубили, значит, все деревья, все, ничего не осталось. Вот, выкручили два пенька, две коренюги большие. Да, еще работы, в принципе, здесь много. Все это будет выравниваться, все это будет убираться. Значит, вот еще деревья остались, вот
вот, ну и там вот, соответственно, все это будет разравниваться. Вот, поверхность здесь будет ровная со временем. Сейчас большие перепады, где-то выше, где-то ниже. Вот, но все мы это должны будем сделать. В принципе, работа будет продолжаться, вестись дальше. Вот, ну и, естественно, в дальнейшем вы увидите, что здесь получилось. Закончили сегодня мы делать, сзади меня вот кучу разгребать, делать сегодня, раскидывать землю. Вот что у нас получилось. Вот так вот. Здесь увеличили, значит, угол мы. Вот так вот от угла где-то вот так вот раз накидали. Тут вот старый был разбитый, значит, у нас цемент с песком остатки. Значит, его отсюда с этого угла и пеньки все выкорчивали. Положили вот здесь вот такой, так сказать, насыпь. Ну, в половину роста колен, по колено где-то было вот перепад. И вот выровняли, и все это землей. Вот такая вот будет у нас площадка для стрельбы, метания, топоров, копий с улиц. Вот, стрельбы из лука. Ну, в дальнейшем вы увидите, как это все будет облагораживаться дальше и строиться. Вот. Ну, а пока все.